Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте Форда. Агентство атомной энергии Ирана сообщило о подаче газа в центрифуги на ядерном объекте Форда, после чего центрифуги начнут обогащать уран до 4,5%. Впрыск газа начался после полуночи в Форда, сооружении, построенном к северу от шиитского святого города Кум. Представитель ООН с МАГАТЭ стал свидетелем начала данного процесса. В конечном итоге центрифуги начнут обогащать уран до 4,5%, что несколько выходит за рамки ядерной сделки, но пока не приближается к 90% уровню обогащения, говорится в сообщении. В издании также отмечают, что Иран начал закачивать урановый газ в центрифуги на своем подземном ядерном комплексе Форда в начале четверга, сделав свой важнейший шаг со времен своей ядерной сделки 2015 года с мировыми державами. Между тем Тегеран также признал, что на прошлой неделе запретил чиновнику Международного агентства по атомной энергии посещение ядерной площадки в Натанзе. Это стало первым известным случаем, когда инспектора ООН не пустили для проверки, на фоне усиленной напряженности вокруг иранской атомной программы. Иран заявил, что планирует сегодня обосновать свое решение о блокировании инспектора и начало обогащения урана на заседании МАГАТЭ в Вене. Начало обогащения урана в Форде совпало с усилением напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Недавно в США заявили о введении новых санкций против Ирана, которые в основном касались строительной сферы и стали ответом на продолжение иранской ядерной программы. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.